Итак, друзья, всем добрый день. Сегодня у нас очень важная тема, связанная с производительностью приложений для D324 на нашем рестапе. Проблема действительно важная. Очень многие приложения, которые пытаются построить отчеты какие-то или работать просто с большим массивом данных из CRM или задач, достаточно часто спотыкаются на том, что выполнение запроса приводит к получению 503 ошибки со стороны Bittrex24. Почему это происходит? Потому что облачный сервис в режиме мультизапросов вынужден поддерживать свою производительность очень простым образом. Когда кто-то пытается утянуть слишком много данных за слишком короткое время, этот сервис, этого чувака, этого приложения нужно заблокировать. Что, собственно, и происходит. То есть Bittrex24 отслеживает слишком рьяно тянущих данные людей, приложения, и блокирует их, выдавая им 503-ю ошибочку. Сегодня мы поговорим о том, как этих вещей избежать, каких практик нужно придерживаться при разработке приложения, каких секретиков, хотя, в общем, секретиков там на самом деле нет никаких. Важно просто понимание механизма срабатывания блокировки для того, чтобы вы могли соответствующим образом проектировать свои приложения. Ну и давайте сначала несколько слайдов. Я уже на предыдущих вебинарах, в частности на вебинаре по ProWebHook, рассказывал о том, в каком режиме нужно выполнять запросы от имени приложения для того, чтобы не попасть под блокировку. В частности, звучала оценка, что если вы выполняете 2 запроса в секунду, то вас никогда не заблокируют. На самом деле, эта рекомендация правильная совершенно, но суть ее немножечко сложнее. То есть, как в реальности происходит определение, нужно ли блокировать приложение или не нужно. Вот представьте себе, что на стороне Bittrex24 есть такой менеджер запросов, входящих запросов, то есть обращений к REST-у. Любое обращение к любому методу REST-а – это, по сути, некий запрос. Так вот, все эти запросы складываются в определенный буфер. Ну вот, в ванной есть такая прекрасная аналогия. Все запросы попадают в эту ванную, но выполняются они не сразу, а выполняются они по 2 запроса в секунду. Соответственно, если вы будете делать только 2 запроса в секунду, эта ванна никогда не заполнится, никогда не переполнится. Если вы начинаете делать большее количество запросов, то ванна постепенно накапливается. И как только будет достигнута емкость 100 запросов, вот с этого момента вы будете получать 503 ошибку. Если вы регулируете выполнение своих запросов так, чтобы вот эта ванна не заполнилась в какой-то момент, то блокировки не произойдет. Если же не контролируете вы эту очень простую вещь, ну, соответственно, получаете то, что получаете, вам придется обрабатывать ошибки ответов с Bittrex24 на своей стороне. Что делать, чтобы этого не было? Есть 3 простых, очень понятных правила при разработке приложений. Ну, исходя из той схемы с ванной, которую я только что показал, самое важное, что нужно делать, это регулировать частоту выполнения запросов, которые делает ваше приложение. То есть вы должны следить за тем, чтобы оно не делало слишком много запросов слишком часто. Границы я описал. Во-вторых, нужно снижать количество запросов. Самый правильный, самый простой способ – это использовать метод batch, который позволяет в одном запросе на самом деле закладывать несколько обращений к REST-у. Я демонстрировал это на примере импорта данных в CRM, когда показывал пример работы с веб-хуками, когда мы залили быстро, при этом не попадая под ограничение никак. Вот batch – это просто must have, must use во всех приложениях, которые работают с большим массивом данных. Получаете ли вы эти данные там, или вы их вносите в Bittrex24, никакой разницы. Если вы понимаете, что обращений будет много, смотрите и думайте, как вы можете их упаковать в пакеты для того, чтобы засунуть их в батч. Каждый батч – это максимум 50 запросов к REST-у. Но с точки зрения волшебной ванны, батч – это будет один запрос.
То есть вы можете довольно сильно сэкономить, просто упаковывая запросы в пакеты. Ну и последняя рекомендация, тоже очень важная. Нужно так пытаться проектировать свои приложения, чтобы не пытаться каждый раз заново вытаскивать те данные, которые вы уже в приложении из Bittrex24 получили. Желательно кэшировать данные, которые не так часто меняются. Например, справочники какие-то можно хранить у себя. Если вы строите какие-то отчеты, которые подразумевают, ну, например, изменение периода построения отчетов, можно аккумулировать на своей стороне промежуточные отчеты. Ну, самый частый такой пример, когда вы делаете отчеты по CRM, я сейчас, кстати, буду демонстрировать похожий пример в виде кода. Вы собираете статистику, собираете какую-то аналитику по использованию данных CRM пользователями. Ну, кто сколько сделок там сделал, кто, у кого сколько закрытых счетов. И вам нужно, например, строить отчеты там ежемесячно, может быть, еженедельно, за произвольный какой-то период для каждого отдельно взятого пользователя. То есть, по идее, вроде бы как данные меняются. Но на самом-то деле вы можете кэшировать эти данные частично, сокращая в дальнейшем количество новых запросов. Вы можете, например, аккумулировать на своей стороне или в пользовательских хранилищах внутри Bittrex24 отчет по закрытым сделкам ежедневный для каждого отдельно взятого пользователя. Для того, чтобы, соответственно, вам построить потом любой отчет, там, недельный или месячный, вам не нужно будет уже отдельные счета, отдельные сделки запрашивать от Bittrex24. Вы уже будете запрашивать вот эти сохраненные ежедневные отчеты, просто суммируя их, например. Это уже значительно может сократить количество запросов, потому что вам отдельные сделки, отдельные счета тащить не нужно. То есть под каждую задачу можно найти какой-то вариант кэширования полного или частичного, который сократит количество необходимых запросов. А оставшиеся запросы мы упаковываем в батч, следим за частоты выполнения, и все у нас прекрасно получается. Ну, давайте, собственно, перейдем к примерам, как это делать в реальности. Значит, у нас есть такой чудесный, я сделал заготовочку приложения, как раз из того кейса, что, предположим, нам нужно получать отчеты по сделкам каждого конкретного пользователя в системе. А для этого мы что должны сделать? Чтобы построить отчет, мы должны все сделки вытащить. Вытащить и на основании них сделать отчетик. Вот у нас есть, соответственно, интерфейс. Он очень простой. С одной волшебной кнопкой, не красной даже. Я здесь еще раз напоминаю о тех простых правилах, которые нужно использовать при проектировании приложения. Регулировать частоту, использовать батч, не тянуть заново то, что уже получено. Теперь давайте посмотрим, каким образом это, в общем-то, регулируется. При нажатии на кнопочку, у нас тут есть тут чудесная кнопочка, мы на самом деле обращаемся к внешнему скрипту GetHugeData, я его назвал, передаем в этот скрипт два параметра. Access токен и название домена. Для чего мы это делаем? Как вы помните, наверное, для приложений, которые работают в контексте Bittrex24, то есть не внешние приложения, а те, которые показываются в интерфейсе Bittrex24, мы прямо в виде массива request передаем этим приложениям все необходимые параметры авторизации. Токен авторизации, текущий, активный, рефреш токен, чтобы можно было на стороне приложения при необходимости обновлять его. Данные портала, member ID и прочие дела. Для того, чтобы нам выполнять REST потом где-то, на самом деле нам нужен только код авторизации, и нам нужно знать, к какому домену обращаться. Вот, собственно, вот эти два минимальных параметра мы из реквеста берем и передаем внешнему скрипту, ведь мы же сейчас будем делать AJAX-запрос, и этот AJAX-запрос дергает скрипт, который не получил никаких данных в реквесте сам по себе. Мы должны ему этот реквест сформировать, и мы туда ему передаем два минимально необходимых параметра. Название домена, чтобы он понимал, где ему дергает REST, и текущий access токен, который является актуальным.
выключу я волшебную трубку. Полученные данные мы выводим в консоль, и все у нас, в общем-то, хорошо. Вот все, все приложение, а потом я покажу, как мы данными будем, соответственно, пользоваться. То есть сейчас вот эта волшебная кнопка должна что сделать? Она должна вытащить все сделки из BitTrex24, ну и саккумулировать их как. Давайте посмотрим, как работает тот самый GetHugeData. Он получает из реквеста домен access токен, что в дальнейшем использует эти параметры авторизации. Выполняет запрос один, который говорит, дай мне список вообще всех сделок BitTrex24. Зачем нам это нужно? А нам это нужно для того, чтобы понять, а сколько сделок нам вернет BitTrex24, чтобы мы могли на основании этого построить отчет. Потому что мы заранее не знаем, сколько раз нам придется дергать наши эти самые сделки пачками по 50 штук. Я напоминаю о том, что все списочные методы BitTrex24 работают по одному принципу. Если вы получаете список сделок, задач, лидов, неважно чего, BitTrex24 отдает вам первые 50 записей и сообщает в этом же самом пакете ответа, а сколько вообще записей попало под условие фильтра, под условие выборки, чтобы вы могли последовательно, последующими запросами, пачками по 50 записей, вытянуть все данные, подходящие под условия выборки. Вот нам для того, чтобы вытащить все, для начала нужно знать, а сколько этого всего находится на стороне BitTrex24. Поэтому делаем один запрос. По сути, он для нас является возможностью получить количество записей. Сами записи нам здесь будут не нужны. Мы их на самом деле еще раз вытащим. Я не занимался здесь серьезной оптимизацией, поэтому на один запрос выполняем больше, но зато так проще для понимания. Обратились к методу CRM DoList при помощи функции ExecuteRest. Как я вызываю REST? Я передаю название метода, передаю массив параметров. Но поскольку в данном случае я хочу получить вообще все сделки без какого-либо ограничения, то массив я передаю пустой. Дальше я передаю массив авторизации, тот самый домен и access token, для того, чтобы наше приложение могло дернуть метод REST. Есть чудесная штука, которая называется Magic Count. Я чуть позже объясню, зачем она нужна. Ну, такой параметр, который определяет режим работы приложения debug, не debug. Мы сейчас им воспользуемся для того, чтобы посмотреть, как будет себя вести вот этот код в случае, если данных в CRM у нас вот вагон просто. Просто вагон. Мы включим debug и посмотрим, что получится. Сейчас просто по логике приложения. Мы дергаем REST. REST дергаем, как обычно, я в каждом вебинаре, в каждом примере показываю этот простой способ обращения к REST. Мы формируем URL, зная название метода и адрес домена. Вот этот URL и позволяет нам обратиться к нужному нам методу. Подставляем ему те параметры, которые нам нужны, которые мы передали в функцию ExecuteRest. Подставляем код авторизации, это единственный дополнительный параметр, он всегда должен быть. Без кода авторизации, без access token REST у нас работать не будет. Вот мы его раз и прицепили. И после этого курсом вызвали, получили от BitTrex24 результат в виде строки в формате JSON, декодировали ее в массив PHP и вернули в качестве результата функции. Универсальная такая заглушка, очень простая, без заморочек с проектированием классом, для того, чтобы это было максимально наглядно, максимально понятно. Для реальных приложений, ну, я бы все-таки рекомендовал использовать библиотеку Максима Силова с готовыми классами обертки, реализующими полный протокол авторизации OAuth 2.0 и так далее, так далее, так далее. Но сейчас вот для простых вещей, особенно когда надо что-то быстро сделать, вот вам готовая функция, welcome. Что идет дальше? Мы получили результат, первые 50 сделок, например, вытащили из этого же результата, а сколько сделок всего попало под условия фильтрации, и поняли, сколько запросов, батч запросов, нам нужно делать.
мы взяли и количество сделок поделили на 50. Поскольку каждый батч – это максимум 50 запросов. Если у нас пришло 500 сделок, это означает, что нам нужно будет сделать сколько? 10 батчей. 10 патчей. Ну, что-то вроде, да. Собственно, идем дальше. А дальше мы в цикле начинаем формировать те самые патч-запросы. Я показывал этот примерчик во время вебинара по веб-хукам. Та же самая история здесь. Веб-хуков нет, но REST-то есть. Мы начинаем собирать массив, где каждый патч-запрос помечается отдельным ключом. Дальше мы говорим, к какому конкретно методу мы хотим обратиться. А мы хотим обратиться к CRM-deal-list. Выбираем только сделки, у которых, кстати говоря, вот здесь надо тоже поправить. В этот момент я не заметил. Давайте вставим, потому что иначе у нас не совпадет количество. Я хочу отфильтровать только те сделки, у которых сумма сделки не нулевая, потому что все остальные нас не интересуют, мы не построим наш отчет. Выбираем сделки, у которых не нулевая сумма, но при этом каждый очередной запрос внутри пакета батч у нас будет тянуть очередные 50 записей. Очень простая вещь. Первый батч вытащит 50 записей, начиная с нуля. Второй запрос в CRM deal list в этом же батче вытащит те же самые сделки того же самого запроса по тому же самому принципу фильтрации, но возьмет их, начиная с 50-й. И так далее, и так далее, и так далее. То есть мы фактически, выполняя один батч, уже можем вытащить 50 на 50, 2500 записей. Больше нам, в общем-то, наверное, не нужно. Ну и так далее. Я смотрю, если количество запросов в текущем пакете Batch превышает 50, или мы фактически уже набрали нужное количество запросов, чтобы вытащить все, потому что мы понимаем, что количество записей, количество сделок не будет кратно 50, рано или поздно там останутся 2-3 сделки, которые нужно отдельно получить, не вызывая дополнительный Batch. Как только мы видим, что пакет сформировался, мы что делаем? Мы вызываем тот же самый execute REST, но на этот раз мы вызываем метод batch, подставляем его в качестве параметра вот этот сформированный массив. Опять же, отдавая ему токен авторизации и так далее, так далее. Результат мы собираем в кучку, все, чтобы у нас batch вернули, чтобы потом уже на основании этого общего массива, вытащенного все данные, сформировать какой-то отчет. Нужно понимать, что это пример. В случае реальных каких-то систем, которые могут работать с большим количеством данных, ну, наверное, неправильно упаковывать все в один массив, потому что может памяти не хватить. Желательно возвращаемые при помощи батча данные также последовательно как-то обрабатывать. Либо сразу суммировать, либо складывать в какое-то промежуточное хранилище, там, базу данных сохранять, чтобы потом уже обработать. То есть, конечно, за этим надо следить. Расценивать это как пример, он максимально упрощенный для того, чтобы продемонстрировать логику получения данных при помощи батч-запроса. Что я делаю дальше? Дальше я делаю финт ушами. Дело в том, что демонстрационные данные на демонстрационном портале у меня привязаны к одному пользователю, а я сейчас делаю вид, что на самом деле сделки привязаны к разным пользователям портала. Перебираю все сделки, которые получил выше, и случайным образом как бы присваиваем ответственного в отчете. Вот, собственно, и все. Формируется массив, который будет переключать идентификатор пользователя и сумма сделок этого самого пользователя. Представим, что мы сформировали такой отчет, имеющий реальную пользу. Что мы делаем дальше? Мы вот этот отчет, эти промежуточные данные, кэшируем на стороне приложения. Каким образом мы это будем делать, не столь принципиально. Вы можете в файлах где-то это хранить, но, наверное, лучше это делать в базе данных, а как минимум вы можете вот эти промежуточные данные сохранять на стороне того же самого BitX24, пользовательских хранилищах. Есть такой раздел «Пользовательские хранилища Entity», по сути, являющиеся
инфоблоками, доступными через соответствующий REST. Приложение может создать нужное количество инфоблоков, тех самых пользовательских хранилищ, с нужными свойствами, какие вам нужны для хранения именно ваших данных. И туда их прекрасно записывать. То есть в дальнейшем вы будете уже не к сделкам обращаться, а к этим пользовательским хранилищам, получая промежуточную какую-то информацию. И дотягивайте сделок там, или счетов, или задач, те данные, которые, как вы считаете, обновились. Тот самый принцип сокращения количества запросов. Ну и, собственно, все, что у нас получилось, мы возвращаем в виде JSON. Значит, здесь я кэширую результаты по-тупому. Делать так, конечно же, не надо, потому что вот этот пример вообще не учитывает то, что он может быть запущен на двух разных порталах там, и так далее, и так далее. Ну и, в принципе, наверное, это прям такой тупой прямолинейный способ. Я просто весь массив сохраняю в виде PHP-файла, чтобы потом там им воспользоваться. Давайте посмотрим, как это выглядит изнутри. Включим режим дебага, чтобы увидеть, как формируется бач-массив. Значит, у меня в режиме дебаг я делаю вид, что на самом деле на стороне BitX24 у меня 25 тысяч сделок. Вот нереальное количество, огромное количество. Сможем ли мы их получить и построить отчет? Сможем, конечно же. Вот мы берем сейчас, дергаем тот самый URL. Он тот же самый, который дергает интерфейс приложения с BitX24. Просто сейчас мы хотим посмотреть, что у него внутри выходит. Отрабатывал несколько секунд, потому что данных вроде бы как довольно много. Смотрите, что происходит. Вот он начинает, во-первых, он считает, что у нас действительно 25 тысяч записей и планирует сделать целых 500 запросов к REST-у BitX24. Начинает, собственно, эти запросы собирать. Он формирует массив бач с перечнем команд. Первая команда – CRM deal list, фильтр такой-то, начать с нулевой записи. Второй запрос – тот же самый лист, но получить запись, начиная с 50-й. Сотый, 150-й и так далее. То есть первый бач у нас вытащит 2500 записей. То есть мы за один запрос, за один, тот самый один запрос, который в ванну попадет, мы уже можем вытащить 2500 записей. Это довольно много. Дальше начинаем формировать пакеты. Раз, два, по два в секунду. Вот здесь, кстати, надо обратиться к тому самому волшебному параметру, который я назвал Magic Count. Вот чтобы сейчас не заморачиваться со сложными механизмами управления очередями запросов, я сделал очень простую вещь. Я ввел некий счетчик внешний, который внутри метода execute_rest увеличивается. То есть приходит запрос, точнее наше приложение обращается к функции execute_rest, и мы вот этот магический счетчик увеличиваем на единицу. И как только мы видим, что это уже третий запрос в очереди, мы на самом деле берем и тупо ждем 2 секунды. Можно было на самом деле даже 1 секунду ждать. 2-то я уже запасом, зачем это надо? Ждем 1 секунду для того, чтобы у нас не произошло переполнение вот этой самой ванны. Два запроса точно пролезут. Никаких проблем здесь не возникнет. Вот такой совершенно тупой способ, но гарантирующий, что в однопоточном приложении, то есть если это приложение работает с этим конкретным одним порталом, одним потоком, то есть не возникнет ситуации, когда вы к этому файлу getHugeData одновременно обращаетесь там с трех мест с разными запросами. Вот если речь идет про однопоточное пользовательское приложение, то вот такой простой способ, он уже прокатит, позволит вам вытащить любой массив данных, который нужен для приложения, не нарвавшись при этом на ограничение на блокировку 503. Вот тот самый Magic Count. Его результат мы, собственно, и видим. Первый запрос у нас вроде бы как отработал, получил нам количество записей. Это запрос. Второй запрос – это тот самый сформированный бэч уже. При попытке вызвать третий запрос мы сначала выжидаем секунду. Вот у нас пошел третий запрос, который вытащит еще 2500 записей. Четвертый запрос. Перед выполнением пятого опять delay. И так далее, и так далее. То есть вы здесь сейчас видите перечень всех запросов, которые нужны нам, нужны приложению для того, чтобы получить все 25 тысяч с лишним записей. Вот они, собственно, так и получаются. Все очень просто. Давайте посмотрим, как это в реальности работает. Во-первых, мы отключим дебаг.
А во-вторых, посмотрим, какие реально запросы у нас будут отрабатываться. Для этого, ну, во-первых, мы сейчас сопрем в нашем приложении Access Token. Так, давайте пока тоже закроем. Выведем request, что нам приходит в GetHugeData из интерфейса приложения. Давайте раз, нажимаем на кнопочку. Вот мы видим, что нам наше приложение, наш интерфейс, пардон, передало некий ключ авторизации. Вот мы им сейчас воспользуемся, подставив его в явном виде, как будто бы мы ничего не передаем. Режим дебаг отключен. То есть сейчас скрипт считает, что он работает в боевом режиме. При этом мы ему подсунули реальный ключ авторизации, токен авторизации и реальный адрес Bittrex24. Давайте посмотрим, что у нас происходит в скрипте. А, ну, давайте еще отладочку выведем все-таки какую-нибудь. Во-первых, давайте посмотрим, что у нас пришло в результате выполнения всех наших батч-запросов. То есть вот какие данные мы собрали, выполнив батч-запросы последовательно и прикинув, что же там у нас вышло. Ну и посмотрим, собственно, какие сделки, какой отчет у нас собрался. Бац! Вызываем GetHugeData. Сейчас он выполнит реальный запрос и получит реальное количество записей, потому что токены мы ему правильно отдали. А дальше тот самый результат выполнения GET-запросов. Каждый возвращается с тем же самым ключом, с которым мы формировали набор параметров для батча. GET1, GET2, GET3 и так далее, и так далее. Что у нас GET1 возвращает? У нас возвращает 50 сделок. Вот они пошли. Заказ, заказ и так далее, и так далее. Вплоть до 50-го. 50-й записи, 50-й сделочки. Вот она последняя. Дальше идет у нас GET2, еще 50 записей и так далее, так далее, так далее. То есть вот, вот у нас весь массивчик, все наши, сколько бы их там ни было записей, ну, в данном случае их там, не помню сколько, не так много, в общем-то. А здесь мы получили, просуммировали эти сделки, раскидали их вроде как по ответственным пользователям, получили уже промежуточный отчет. Мы могли то же самое сделать с календарной сеткой, распределив суммы сделок по датам, например, чтобы потом делать уже какие-то выборки за периоды. Это ничуть не усложняет выборку данных, чуть-чуть бы усложнило ход примера, поскольку пришлось бы здесь заморачиваться с выделением дат совершения сделок. Суть-то не меняется. Главное, что данные мы получили, что мы их посчитали и мы их закэшировали на своей стороне, на стороне приложения. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы остальная часть приложения, часть интерфейса, которая уже работает с построением отчетов, могла к этим закэшированным данным обращаться, а не дергать REST, например. Давайте сделаем все как положено, вернем, как говорится, боевой режим. И посмотрим, что у нас получается здесь. Тянем-потянем. Вот сейчас создаются у нас отчеты. По большому счету это нужно делать один раз или там с какой-то периодичностью, чтобы дальше пользователь этим уже не занимался. А теперь представим, что он хочет посмотреть отчеты по данным CRM. По идентификатору пользователя он получает уже собранные данные, которые до этого были собраны при помощи REST, то есть в данном конкретном случае он уже никакой REST не дергает, ну или дергает его частично. В примере не дергает вообще, он обращается к отдельному скрипту под названием ViewReport, как он к нему обращается, точно так же, как мы обращались к GetHugeData. По сути, он его дергает при помощи AJAX-запроса. На всякий случай, для демонстрации, опять же, я туда передаю access token и адрес домена. Для чего? Чтобы на стороне скрипта, вот этого ViewReport, можно было бы сделать дополнительную проверку. А действительно ли обращение у нас произошло из Bittrex24? Правильно ли пользователи пытаются нами воспользоваться? То есть это такая защита от несанкционированного доступа.
Получив access токен, вы можете сделать какой-то очень простой REST-запрос, ну, например, там AppInfo, чтобы убедиться, что вам реальные данные подсунули, что это не просто идет откуда-то несанкционированный запрос для получения уже собранной информации. А я эту проверку в скрипте демонстрационном не осуществляю, но совершенно понятно, что ее легко можно сделать, не напрягаясь, логика очень простая. Все то же самое. Дернули View Report. View Report на самом деле, обратите внимание, ни к какому REST сейчас не обращается. Он подтягивает сохраненный кэш и из этого самого кэша достает данные, связанные с пользователем, который нам нужен в интерфейсе. Все. И эти данные он возвращает. Иными словами, за счет того, что мы вот эти собранные данные уже как-то закэшировали, мы избежали огромного количества запросов ненужных. Мы могли хранить эти данные, как я уже говорил, в пользовательских хранилищах, в инфоблоке на стороне B324. Вот тогда бы мы воспользовались Access токеном, мы обратились бы к этому хранилищу, но опять же, количество запросов было бы меньше, чем если бы мы сейчас по запросу «дай мне сумму сделок Иванова», дергали бы реально все сделки Иванова на стороне B324, еще что-то там суммировали, собирали. Это все неправильно, потому что в таких условиях запросов становится слишком много, их сложно контролировать, и с точки зрения пользователя это все будет медленно работать. Вот кэшируйте, собирайте промежуточные данные, избавляйтесь от лишних запросов, храните у себя справочники, обновляйте их с какой-то там периодичностью. Или там по запросу пользователя, например, отслеживайте события изменения данных на стороне B324. Видите, появилась новая сделка. Поставили себе задачу о том, что нужно обновить промежуточные результаты, например, через час, через 15 минут. Неважно, всегда можно построить систему, которая будет поддерживать более-менее актуальную информацию в кэше. Достаточно для того, чтобы решать бизнес-задачи пользователя. Собственно, результат работы вы видите, он действительно получает данные. Здесь в логах мы видим, как эти данные к нам приходят. На таком простом примере мы продемонстрировали все основные принципы. Мы рулим очередью, выставляя слип при попытке выполнить каждый третий запрос. Мы кэшируем данные на стороне приложения самым простым пока образом, но тем не менее кэшируем. И мы используем бэч для получения массивов данных для того, чтобы сократить количество запросов даже на таком уровне, то есть не логику оптимизируя, а просто собирая нужные нам запросы в пачке. Можно сделать поумнее менеджер, который управляет очередью. Вот Максим Сидоренко сделал такой прекрасный пример, я его рекомендую всем к использованию. Это прям готовый класс Simple Restriction Manager, который рулит, собственно, вот этой самой ванной. То есть для того, чтобы мы не ограничивали себя секундами, то есть вот не считали количество запросов, что ух ты, нам надо ждать секунду, потому что у нас два запроса выполнены. Ведь мы все помним, что на самом деле мы можем выполнять больше. Никто не мешает нам вот в эту емкость заполнять там по 5-15 запросов в секунду велком, если в какой-то момент нам нужно такое большое количество запросов. У нас есть такая возможность. Наша задача следить, чтобы через край не переливалось. И для этого вот этот самый менеджер подойдет намного лучше, чем просто слип, который я продемонстрировал в примере. По сути, если мы возьмем, ну вот, например, месиловскую библиотеку по выполнению запросов, скажем так, мы можем внутрь вставить проверочный менеджер. То есть прямо мы пишем потомка соответствующего класса, месиловского, по управлению выполнением запросов, то есть тот самый класс, который реально на самом низком уровне обращается к REST. И вся библиотека месила, весь PHP SDK для B324, он через этот класс на самом деле дергает REST. То есть откуда бы вы потом обращение к REST не делали, он все пройдет через этот некий центральный класс, в который мы, собственно, и втыкаем наш менеджер ограничений. У него очень простая методика. Ну вот мы его вставили в метод call, то есть любой вызов к REST сначала проходит проверку через restriction manager. Если ограничение сработало, то возникает
exception, который мы можем обработать выше и, например, затормозить выполнение последующих методов. Можем сделать что-то еще, неважно. Если ограничение сработано, происходит вызов REST. Как работает Restriction Manager? У него очень простой, в общем-то, простая логика. Он, по сути, хранит, ну, не сказать очередь, наверное, он запоминает последний момент вызова последнего метода обращения к REST. И когда мы пытаемся сделать следующий запрос, он, собственно, сравнивает его с этим самым временем. То есть вызывается метод check. На первом шаге мы делаем вид, что у нас произошел слив из ванны, то есть выполнились те самые два запроса в секунду. Мы уменьшили нашу ванну, вот этот самый storage. По сути, все сводится к тому, что мы вот эту ванну эмулируем на стороне приложения. Мы знаем, что у нас ванна есть BTX24, и мы делаем точно такую же у себя. И прежде чем пихать в реальную ванну на стороне BTX24, мы пытаемся запихнуть запрос в нашу локальную и посмотреть, влезет или не влезет. Если мы видим, что не влезает, мы запрос притормаживаем. Если влезает, то все окей. Вот, собственно, это и происходит. Мы вылили те самые два запроса из ванны, из нашей виртуальной, и дальше посмотрели, а влезает ли у нас следующий запрос или нет. Если влезает, то все окей, мы добавили новые запросы в нашу ванну. После этого на самом деле мы засовываем этот запрос в ванну на стороне BTX24. То есть это вот такая промежуточная проверка на нашей стороне. В чем хорошая суть вот этого класса? Как я уже говорил, вот эта штука хорошо работает в однопоточных приложениях. А если вы понимаете, что на самом деле приложение многопоточное, многопоточное по отношению к одному конкретному порталу BTX24, если у вас приложение работает с несколькими порталами, то у них у каждого отдельная ванна. Совершенно не нужно беспокоиться о том, чтобы как-то одновременно синхронизировать. А вот когда у вас приложение работает многопоточно с одним конкретным BTX24, вот тут надо бы позаботиться о том, чтобы ванна не переполнилась. И тогда, по-хорошему, вам нужно вот этот самый счетчик, вот этот самый storage, вот эту локальную ванну хранить все-таки так, чтобы несколько скриптов, те самые многопоточные скрипты, могли к одной и той же ванне обращаться. Для этого достаточно будет написать потомка для Restriction Manager, который реализует тот же абсолютный интерфейс. Ну, например, вынести данные об этой очереди, об этой виртуальной ванне, я не знаю, там, файл какой-то, или там базу данных, в мемкэш, куда угодно. Важно, чтобы это было единое хранилище, к которому могли обращаться все PHP-скрипты, сколько бы их там не запускалось. По сути, такой mutex, такой семафор, не знаю, как его лучше назвать, единый, работающий для всех скриптов одновременно, чтобы вы видели, что у вас ванна одна, что вы им выполняете с разных сторон и нужно кому-то притормозить. Для этого достаточно воспользоваться объектно-ориентированным подходом, написать реализацию этого класса для себя и при использовании там, библиотеки Месилова или вы свою какую-то библиотеку будете писать, обращаться к этому самому Restriction Manager, однозначно будучи уверенным, что ванну вы не переполните, сколько бы, с каких сторон вы запросы в эту ванну не заваливали. Я вот эти примеры выложу, включая Restriction Manager. Я думаю, мы его еще с Максимом передадим Месилу, чтобы он что-то такое по мотивам или прям вот этот Restriction Manager встроил в PHP-SDK, потому что ну, штука реально полезная. Я думаю, мы также сделаем аналогичный Restriction Manager в стандартной JavaScript-овой библиотеке BTX24, чтобы если вы пишете приложение чисто на JS, вам не нужно было бы думать о том, как менеджерить эти запросы, тем более, что там приложения, которые на JavaScript-овой библиотеке наши работают, они по определению однопоточные в том смысле, что интерфейс один, и запросы все через одну библиотеку идут. Менеджер, который в этой библиотеке будет находиться, прекрасно справится с тем, чтобы эту очередь отслеживать. Там это вообще делается очень красиво и просто, как сказал мне Макс Сидоренко. Я думаю, в очередной версии библиотеки мы вошьем это внутрь, вам даже не придется думать о том, чтобы эту очередь управлять. Но на уровне серверной разработки, на уровне PHP, Python и прочего,
нужно думать о том, чтобы очереди рулить. То есть для сложных вещей, для таких серьезных приложений, когда вы понимаете, что данных много, ну, обойтись без этого будет сложно, иначе вам придется обрабатывать возникающие ошибки и все равно что-то делать. Намного проще, чем бороться с последствиями, заранее распределять запросы, регулировать частоту их выполнения. Ну, наверное, все с примерами. Что у нас там с вопросами? Давайте посмотрим. Вопросов не так много. Два запроса в секунду – это волюнтаризм, пишет Алексей Андреев. А я не согласен с вами. На самом деле, как я уже сказал, не совсем это волюнтаризм, потому что речь не идет про то, что не чаще двух запросов в секунду. Речь про то, что если вы слишком долго делаете больше двух запросов в секунду, то в какой-то момент карета превратится в тыкву. Это на самом деле нормальная история. Все облачные сервисы занимаются блокировкой. Мы даем, я бы даже сказал, достаточно большую ванну. 100 запросов – это много. Если мы вспомним про бэч-запросы, это на самом деле очень много. То есть не попав под ограничение 100 запросов, можно страшный объем данных вытащить при помощи бэчей. Так что я тут особого волюнтаризма не вижу. Если пока думаете над вопросами, поясню еще раз, что запись я веду, я ее выложу, конечно, можно будет посмотреть все это еще раз с пояснениями. Примеры я также выложу на портале для разработчиков marketplace dev.bitx24.ru. Welcome туда, кого еще нет, приходите. Приглашение я публикую во всех сообщениях блога на девелоперском сайте 1С Bittrex. Если у вас до сих пор этой ссылочки нет, приходите туда, получайте ее. Ну, давайте даже мы сейчас, я ее продемонстрирую, чтобы уж точно она была даже в записи. Идем на наш прекрасный портал Dev. И занимаемся приглашениями. Ну, давайте. Интернет, откликайся уже. Что-то как-то не очень быстро. Я надеюсь, что портал не упал. Нет, он не упал, но нагрузка, судя по всему, идет серьезная. На портале очень много полезного. В частности, видите информацию от Жени Шеленкова о том, что мы обновили бот-платформу. Теперь можно приложение писать для мессенджера Bittrex24, это очень круто. Вот такая ссылочка. Можете ее набрать. Если вы по ней перейдете, то вы сможете зарегистрироваться самостоятельно на портале комьюнити разработчиков Marketplace, пообщаться с коллегами, напрямую пообщаться со мной, я там все время нахожусь, задавайте какие-то вопросы, буду стараться оперативно помогать. Ну и самое главное, все материалы по вебинарам, дополнительные какие-то данные, новинки REST, которые еще пока недоступны для пользователей, но доступны для разработчиков, для партнеров. Вот это все есть на сайте, в комьюнити dev.bittrex24.ru. Welcome. Так, новых вопросов я не вижу. Я думаю, наверное, все понятно с примерами. Ничего принципиально нового я не рассказал, просто еще раз сконцентрировал фокус на том, как правильно работать с массивными данными. Повторюсь, это уменьшение количества запросов за счет выполнения бэч и за счет кэширования промежуточных данных на стороне приложения, например. И самое главное, необходимо следить за частотой выполнения запросов, свой какой-то менеджер очереди реализовать, воспользоваться тем примером кода, который я показал и который я выложу вместе с записью вебинара. На ваше усмотрение, зависит от ситуации. Ничего сложного в том, чтобы написать аналогичный менеджер самостоятельно, я не вижу, во всяком случае. Ну, можете воспользоваться тем кодом, который мы дали, модифицировав его под себя. Коллеги, спасибо, что вы были здесь. Надеюсь, что вебинар был вам полезный. До новых встреч. В мае мы еще с вами увидимся. На июнь, я думаю, я расписание немножечко поменяю. Скорее всего, мы переедем на вторник.
Но на то же самое время, 11 часов по Москве начало, час-полтора у нас обычно идет вебинар, в зависимости от того, как много вопросов в конце задают, мы, ну, полтора часа мы обычно укладываемся. Спасибо, спасибо всем, счастливо, пока-пока.